Строительство нового детского сада в Кировском районе Самары – вопрос решенный. После многолетних хождений по инстанциям жители окрестных микрорайонов наконец-то добились такого решения. Об этом стало известно во время разговора на приеме, который провел губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона поддержал инициативу жителей, тем более что необходимость в дошкольном учреждении на этом месте давно назрела. Мы знаем, что там более 2000 заявок, очередь в детский садик. Поэтому мы, когда узнали о том, что будет такая, есть такая инициатива, есть такая возможность построить в нашем дворе садик, естественно, мы ее поддержали. Я надеюсь, что нам сделают детский садик, учтут интересы всех сторон. В свою очередь, мы тоже готовы, как жители, пойти на компромиссы, помочь и в строительстве, помочь в дальнейшем уже в содержании благоустроенной территории. Сергей Кремнев – многодетный отец и лично заинтересован в строительстве нового детсада. По его словам, такого же мнения придерживается большинство жителей. Организационными вопросами занимается инициативная группа, которая решила напрямую обратиться к губернатору, зная, что сегодня есть эффективный способ решения вопросов – это национальные проекты. У городских властей уже спроектирован будущий детсад. Плюс к этому – комплексное благоустройство территории вокруг детского сада с учетом пожеланий каждого, кто проживает в окрестных кварталах. Мы сейчас строим школу и закончим в этом году на 5-й просеке. Там люди просили ее много лет, там десятки лет. О чем с людьми договорились? Что будут работать в ночное время. Потому что начали в мае котлован, да, а сейчас в декабре уже сдаем. Мне вот это вот очень дорого и важно, да, при реализации нацпроектов. Это вообще определяющее. Еще один вопрос, с которым к главе региона обратились уже жители Тольятти, это реализация программы «Молодой семье доступное жилье». В 2020 году почти 1500 молодых семей региона получили выплаты на приобретение жилья, а это 1 100 000 000 рублей из бюджета всех уровней. Но порой возникают и частные проблемы. 10 тысяч молодых семей еще ждут этой поддержки. Губернатор отметил, что Самарская область – один из немногих субъектов России, который разработал программу для семей, не сумевших получить выплаты до достижения 36-летнего возраста. Глава региона дал поручение мэру Тольятти и Министерству социально-демографической и семейной политики рассмотреть проблемы заявителей в индивидуальном порядке. Олег Зверев, события.